Love you. Вообще такая счастливая сегодня. Яна, вы сколько дней можете быть без углеводов? Ну, вы знаете, я никогда не бываю без углеводов. Если даже у меня нет круп или таких сложных, то у меня в любом случае есть овощи. А это ведь тоже углеводы. Клетчатка, да. Привет, тренер. You are beautiful. Да, не очень. I love you too. Сколько раз в неделю на тренировку? Я не считаю. Не считаю. Мне кажется, что 4, наверное, есть. Добрый вечер. Какой лучше изолят пить? Да можно его и не пить. Тот, который вам подходит. Говяжий изолят. Здравствуйте. Сейчас совсем не позволяете фрукты. Совсем не позволяю. Ян, если хочется сладкого, как ты выходишь из ситуации? Перехочется. Когда хочется, перехочется. Я такой сильно горячий кофе пила и обожгла всю губу себе там внутри. У меня все опухло, поэтому буду гудяк говорить. Next year again, Rimini? Of course. Яна, в чем проблема, если не чувствую одинаковые мышцы? Поделай массажи, растяжку. Да это нормально, мы все кривые. А запрос на участие нет. Никого не пущу. Будем так разговаривать все. Яна, а ты готовишь вкусности из протеина? Сейчас нет. Сейчас именно не готовлю. Каждый день кардио делаешь? Нет, не каждый день. Просто у меня жира много сейчас. Сейчас много жира. А мне выступать через 7 дней. Через 7 дней на сцену. Какой пульс? Да я не знаю, какой. Greetings from Serbia. Hello, Serbia. Здравствуйте. Так, над коленками как убрать? Это такая проблема, это ужас. Попробуй делать велосипед. Боже, Яна, все отлично, но прекрати говорить на английском или начни работать над произношением. Слушать противно. Да и не слушай, выключай меня. Иди, не хочу тебя здесь. Уж извини. Мне много над чем нужно работать. Над формой, над английским, над испанским. Я не спорю. Если я говорю hello, значит и говорю hello. Так хочу, понятно? Это мой эфир. Да, я, может быть, груба. Я такая. Злюка-клюка я сегодня. Все понятно вам? У меня была убийственная тренировка. Я имею право говорить, как хочу. Яна, если тренировка в 19:00, что поесть и за сколько перед тренировкой? Старайтесь перед тренировкой все-таки кушать углеводы. Какое-то количество. Если она закончилась у вас в 19:00, в принципе, вы тоже можете поесть какое-то количество углеводов. Если задача худеть, то в это время уже кушайте овощные салаты, овощи. И белковую пищу. Курицу, креветки, рыбу белую, рыбу не белую. Вот, и овощи, и салаты. Добрый вечер, Яночка. Вы питались на наборе мышечной массы? Был ли когда-то жесткий набор? Не было у меня никогда жесткого набора. Нет. Просто у меня был период, когда я после первого сезона выступлений, так сказать, подъела булочек всяких. И меня разнесло. Только поэтому я выглядела как свинья.
на 10 килограммов больше, чем была на сцене. Поэтому это выглядело как массонабор. Хотя я не по своей воле так сделала. Нужен ли коллаген в виде пищевой добавки заранее? Конечно, если вы делаете такие хорошие силовые нагрузки, то вашим суставам нужно помогать. Глюкозамин, хондроитин, коллаген, конечно. What you recommended for fat frying? Fat frying? Что такое fat frying? Я не знаю. Жиросжигание? Fat frying. Ну что, cardio and no sugar. Ты красишь волосы? Нет, не крашу. Это мой цвет. Hi from Paris. Hello, Paris. Вы питаетесь дефицитом калорий или поддержанием? Но сейчас... Сейчас на дефиците. Потому что я сейчас на подводке подвожусь к соревнованиям. От каких пищевых добавок растут мышцы, естественно, с нагрузками? От правильного питания и от хороших силовых нагрузок. То есть вам нужны не просто там спортивные добавки какие-то, а просто правильное питание. Нужно количество углеводов разных. Нужно количество белка, тоже разного белка, разные источники белка. Полезен L-карнитин? Ну, попробуйте. Мне кажется, помогает. Может быть, больше помогает психологически. Какое кардио самое лучшее? То, что вам нравится абсолютно. Ребята, у меня стартует курс 15 июля. Кто еще не успел записаться ко мне, пожалуйста, запишитесь. Мой любимый курс «Попа 360 градусов». Качаем все тело абсолютно. Но этот курс с акцентом на круглые булочки. Да, именно так, «Попа 360». Я вас учу считать питание, как правильно питаться. Даю вам примеры блюд, как готовить. Можно посмотреть мою книгу рецептов. Вот. У тебя все по часам или бывают проблемы между приемами пищи? Я бы сказала, у меня по ощущениям. Да, я, конечно, стараюсь кушать по часам, но если вдруг я чувствую, что у меня еще пища не переварилась, то я не буду в себя пихать. Подожду, пока переварится, и потом поем. Сколько белка можно за один прием пищи, растительного или животного? Слушайте, ну кто-то говорит, до 20 граммов белка, дальше типа не усваивается. По опыту скажу, что все оно усваивается, даже если съесть больше. Какое время кардио тренировки достаточно, чтобы началось жиросжигание, но при этом мышцы не сгорели? Очень сложный и трудный вопрос. Опять-таки, тут все индивидуально. Какая ты сейчас? Толстенькая, худенькая? Какие у тебя тренировки? Какое питание при этом? Здесь нельзя взять только один фактор кардио. Опять-таки, общепризнанно так считать, что жиросжигание начинается после 20 минут от начала кардиотренировки. Ну вот и считайте, что 20 минут вы походили на кардио, типа вы ничего не сожгли. 25 минут походили, 5 минут пожигали жир. Вот. Хотя на практике, опять-таки, скажу вам, что можно даже не делать кардио, и жир будет сгорать, если вы делаете силовые тренировки и питаетесь чисто. Не говорю про какую-то диету. Просто чистое питание, без сахара, без сладкого, без мучных, в общем, без таких суперпростых углеводов. Кто-то там спросил, если тренировка заканчивается в 10, я бы разрешила вам покушать
белковую пищу, даже рыбку и легкий салат из зеленых овощей. А можете даже скушать просто салат из зеленых овощей с авокадо. Такой жирненький будет салатик. Ну вот и все. Speak English a little bit. Can't understand. I will try to learn English as soon as possible. Please. But I have my in my school program glutes 360 degree round glutes in English. Привет. Не дождусь понедельника начала курса. Спасибо, мои дорогие. Вам понравится курс. Самочувствие отличное. Вот прям сегодня хорошо очень. Это у меня какая? Четвертая тренировка получается здесь, в этом климате, в Первомайске. И я начинаю входить в этот режим. Но, к сожалению, я уезжаю завтра. И сейчас опять произойдет смена климата на более жаркий. Я лечу в Майами. Завтра я отправляюсь в Киев к моей подружке, к Настюше Горобец. Да, спасибо ребятам, что они меня примут к себе переночевать. И утром 15 июля я улетаю в Майами. Никогда там не была. Не хватает сил на вечернюю тренировку. После работы выход в предтреник, а ночью засну, если тренинг в 19. Ну, предтреник. Постарайся все-таки, знаешь что, без предтреника. Ты когда начнешь заниматься через «не хочу», после первого упражнения, после разминки, у тебя появится энергия. И попробуй без предтреника. Просто выпей L-карнитинчик, например, и аргинин. Вот. Обязательно пей воду. Бывает ли у тебя, что два раза в день тренируешься? Нет, не бывает. Нет. Никогда не было такого, чтобы я в день тренировалась по два раза. У меня просто тренировка настолько длинная. Она у меня сколько? Ну, два часа с половиной даже. Иногда полтора, конечно, но витаемо. У вас есть тренерское образование, чтобы тренировать людей? Ответ я уже много раз задавала. У меня нет тренерского образования. Я вам ответила. Что сделать, чтобы росли ноги? Нужно их качать хорошо определенными упражнениями, давать им отдых обязательно после тренировок и питать правильным питанием и спортивными добавками. Привет. Если бросил парень, качай попу. Попа всегда нужна. Да, попа нужна всегда. Ребят, я назвала мой курс «Попа 360», но понятное дело, что там не только упражнения на одни ягодицы. Нет, конечно. Упражнения абсолютно на все тело. На спину очень много, на плечики, на руки, на грудь, на пресс. Тренировки для дома, тренировки для зала. Как для похудения, так и для набора массы. Я разделяю вас на группы, отсматриваю фотографии каждой девочки, которая пришла ко мне на курс. И я определяю в нужную группу. У меня попа хорошая, уже накачала, отлично. У меня для тебя есть следующий курс, называется курс «Жир в мышцы». Почему держу 1500 калорий, а вес не уходит?
Потому что ты можешь эти калории наедать только углеводами, например. Либо жирами, либо белками. При чем тут калории? Привыкайте все-таки считать не калории, а отдельно белки, отдельно жиры и углеводы. Сколько это получится калорий, не важно. Попробуй убавить количество углеводов, прибавить белки или убрать углеводы, прибавить жиры. Попробуй потом наоборот, убавить белки, например. И вот так смотри, наблюдай за собой. Привет из Тулы. Молочку я не кушаю. Можно ли при кормлении БЦА? А зачем? Я бы не стала. Я на сплошной позитив. Иногда да. Белки 120, угли 100, жир 60. Попробуй белки убрать, жир добавить. Можешь сделать горками себе. Допустим, угли 150, на следующий день 100, на следующий день 50, на следующий день 50. И когда у тебя 50 углеводов, можешь добавить чуть жиров, чуть белков. Повышен кортизол и пролактин. Как быть? Ну, сходи к доктору, дай анализы, другие гормоны. Пусть тебе врач скажет, что да как, почему повышен. Нужно разбираться. Может быть, много стрессуешь. Отдыха мало, нервничаешь. Что за соревнования в Майами будут? Элит Про, профессиональные соревнования, как обычно, только в Майами, а потом после Майами в Сан-Мартине 28 июля. Все остальные гормоны в норме, это после соревнований. Ну, после соревнований, конечно, это все равно большой стресс. Ты сейчас должна тренироваться в удовольствие, правильно питаться, отдыхать, спать, веселиться. Я думаю, что все у тебя восстановится. Нужен отдых, небольшой отдых. Сколько воды пьешь? Литра 2-3, вот так. 2,5-3. Возможно, с помощью резинок накачать попу. А нет. С помощью резинок? Не, ну как нет? Можно, конечно, смотря какие резинки. Есть резинки очень тугие, что, конечно, можно. Просто до определенного какого-то этапа. А дальше уже нужно увеличивать будет нагрузку. На начальном этапе можно, да. Ты счастлива? Находишься в гармонии с самой собой? Да, ребят, я очень счастлива. Мне нравится, что я делаю. Мне нравится соревноваться. Мне нравится держать строгую диету. Мне это нравится. Иначе я бы этого, наверное, не делала. Это трудно, но мне это нравится. Почему? Потому что я чувствую себя моложе. Я чувствую себя сильнее, я чувствую себя здоровее. Для меня здоровье – это самое важное. Я не употребляю никаких стероидов. Я не употребляю никаких гормонов роста. Все через силу воли. Поэтому я хочу вам привить этот спорт, правильный образ жизни. Это классно. Нет, я не родилась в Первомайске. У меня здесь бабушка жила. Вот, поэтому мы к ней ездили каждое лето, все детство. Я родом из Санкт-Петербурга. Яна, скажите, пожалуйста, за все время ваших соревнований у вас пропадали или сбивались
менструальный цикл. Конечно, сбивался, да. Более того, у меня даже во время кормления грудью он сбивался. Так сказать, у меня была замена. Я кормила 2 года и 6 месяцев грудью, и у меня их не было. Потом, когда закончила, появились. Вот. Но они сами восстанавливаются. Я ничего такого не делала, никаких таблеток гормональных не пила. Все восстанавливается. Привет. Если есть 3 раза в день, это мало? В принципе, нет, не мало. Нормально. Смотря какой у тебя день рабочий. Если ты встаешь очень рано, ложишься очень поздно, тогда 3 раза это может быть маловато. Если ты помимо этих 3 раз еще пьешь чай с чем-нибудь или пьешь кофе, то это уже считается как перекусы. Может быть, что пьете, но может, не может быть, что не пьете стероид, не верите. Не врите. А что мне врать-то? Вы знаете, я доказывать-то вам не хочу. А почему не может быть? Я что, бодибилдер, что ли? У меня вес 51 килограмм. На сцене 49 или даже 48. Какие стероиды? Вы что, о чем вы говорите? Если бы я ела стероиды, я бы была уже давно бодифитнес. Или бодибилдинг. Ну, бросьте вы. Питерская, да, я питерская. Влияет ли инсулиновый индекс на жиросжигание? Инсулиновый индекс? Что за инсулиновый индекс? Есть, подождите, не инсулиновый индекс, а я сама забыла название. Как тебе колорит Первомайска после Питера? Да я люблю Первомайск. Натурпродукт. Привет. Здравствуйте. Wellness, скорее всего. Ну, wellness, да. Да не, у меня спина же быстро растет. Там не только wellness. Яна, что вы сегодня ели? Рыбку ела. Рис ела. Овощи ела. Какой вес? 51. Гликемический индекс. Вот, правильно. Подсказали мне. Не инсулиновый, а гликемический. Гликемический индекс. Конечно, влияет. Естественно, влияет. Я нас приездом всегда рада у нас в Первомайске. Спасибо. Правда, завтра я уже отправляюсь. Так, ну-ка. Ребята, я уже перевыполнила мой план. Я уже хожу целых 25 минут. Ой, Андрей Лихман, привет! Крымск, привет! Эталонная Яна, привет тебе из маленького Крымска. Ты лучшая, мы помним всегда. Андрей, спасибо, спасибо. Вот таких мало людей, на самом деле, как ты, как я. Спасибо, что и вы есть. Спасибо, что меня приглашали к себе. Я люблю таких людей, честных, открытых. Вот. А поэтому мы и находим друг друга. Очень ждем всегда, когда увидим тебя снова. Знаю, я сейчас пока разъезжаю по... Почему? Буду разъезжать по Америке. Лечу в Майами на турнир, потом в Сан-Мартин на турнир. Обязательно к вам еще раз приеду. Фу, ну все, я буду закругляться. О, сейчас в историю закину мою форму нынешнюю. Вот. Ну и, девчата, еще раз хочу повторить. Я вас жду 15 июля. У меня стартует курс. Попа 360. Упражнения не только на ягодицы. Упражнения на все тело. Мы будем с вами учиться правильно выполнять технику упражнений. Потому что тягу даже ту же самую можно делать совершенно по-разному. А я буду вас учить делать тягу конкретно на ягодицы.
если вы качаете себе ягодицы, а у вас растут ноги, я вас научу качать ягодицы. Вот. Вот такие. Хотите? Мы будем снимать. Ну все, пошла домой на такси, домой. Сын меня ждет. Все, пока-пока.